С самого утра на Первомайском проспекте настоящий аврал. Меняют трубы теплосети протяженностью чуть меньше километра. Точно так же, как недавно ремонтировали на улице Трудовой. Срок службы новых теплотрасс порядка 25 лет. На данном участке будут проводиться работы частично с ограничением движения на Первомайском проспекте. Заранее жителей и водителей нашего города просим с пониманием отнестись к неудобствам, которые будут связаны с производством этих работ. Ограничение движения по Первомайскому проспекту запланировано с вечера 15 до утра 18 июля. По вокзальной с вечера 21 до утра 25 июля. Мероприятия по ремонту разнесены по времени специально, чтобы сильно не ухудшать дорожную обстановку на двух соседних дорогах. Всего в этом году ремонтируют 10 участков. И, кстати, территорию, где ведут работы, впоследствии благоустроят. Все неудобства для жителей исчезнут к концу июля. Все эти данные, капитальный ремонт последний на них проводился порядка 30 лет назад. Они ветхие и подлежат однозначно замене. В городе еще предстоит выполнить ремонт на 10 участках. Здесь будет вскрытие, значит, асфальтового покрытия старого. Будут вскрываться лотки, в которых лежит теплотрасса, плиты, замена изношенных элементов строительных. Значит, в тепловых камерах будет проведена тоже замена элементов, у которых износ уже аварийный. И будет демонтироваться трубопроводы старые и монтаж новых трубопроводов. Замена магистральных теплосетей в городе сейчас – это бесперебойная подача тепла осенью. Ремонтники обещают, что после завершения работ рязанцы смогут забыть о замене теплосетей надолго. Лет на 5, как минимум. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».